Сегодня я хочу сделать короткое введение, относительно короткое, достаточно обширной темы, которую я собираюсь развивать впоследствии. Так, общее название может быть «Реальность и картина мира». Для начала, реальность – это то, во что погружен человек в своем бытии. Это то, что для человека является, как бы сказать, непосредственной достоверностью. Это то, что для человека и человеком признается, как вот на самом деле. То есть это то, для чего нет общего критерия отделения от «не на самом деле». Вот, по-моему, об этом рассказывал Саша Болдачев в свое время, примерно. Вот я хочу продолжить эту мысль. Что значит непосредственная достоверность? Это вот то, что вот есть передо мной, да? Обычно это для обычного человека так оно и есть. Вот это то, что есть непосредственно и признается мной достоверно. Можно, конечно, углубиться, как Декарт, в интроспекцию, вот, и посчитать аподектически достоверным вот каких-то. Да? Но обычно же мы это не делаем, а вполне удовлетворены тем, что есть. Особенностью реальности является то, что человек в реальности путается. И опять же беру пример из доклада Болдачева. Говорит, упругий мяч, голограмма мяча и глюк сознания, да? Глюк сознания вот этого образа мяча. Это вот все вместе можно назвать и то, и другое, и третье можно назвать нашей реальностью. Пока мы находимся сугубо в реальности. То есть пока мы не привлекаем нечто еще иное, я хочу это подчеркнуть. Мы отключаемся от нашего знания, от нашего умения рационально мыслить и так далее, и так далее. То есть я хочу подчеркнуть, что мы в реальности путаемся. Поскольку вот нету в самой реальности этого критерия отделения реального от нереального. И поэтому реальность всегда нуждается в каком-то уточнении, да? Но при этом не переставая оставаться реальностью. В этом случае, если реальность является самостоятельно, независимой от вас, тогда ей нужно доказывать или искать не. Не обязательно. Я к этому подойду. Я пытаюсь рассуждать последовательно. О реальности мы составляем мнение. Реальность – это то, о чем мы составляем мнение. Оно может быть обоснованным или не очень, соответствовать какому-то общему мнению, да, или научной парадигме, бывшей или текущей, да. Но это всегда некое личное или вот общее мнение. Никогда оно не может приниматься за некую истину. Итак, есть реальность и есть мнение о реальности. И вот тут следующий ход. А вот что было бы, если бы реальности не было? Если бы реальности не было, то и мнение составлять было бы не о чем. И мы бы оставались наедине с чистотой нашей мысли. Фактически я повторяю кантовский ход, который был им использован там в доказательстве бытия Бога. Вот и... Да и не только. А именно, вот
чтобы говорить о некой реальности, мы должны признать существование этой реальности. Иначе мы отказываемся от всякой возможности. У нас остаются лишь наши фантазии, причем фантазии чистой мысли. И вот здесь я отвечаю на ваш вопрос. Что такое реальность в этом смысле? Как бы она существует вне зависимости от моей мысли? Я не могу этого сейчас утверждать. То есть мы находимся, как говорят, в рамках корреляции бытия и мышления. Да? То есть вот та реальность, я не могу утверждать, что у меня есть никакой-то непосредственный доступ к реальности в обход моего мышления. Да? Я лишь утверждаю, что есть нечто, что не является моей чистой мыслью, да? Что не является чистой формой мысли. И вот это я называю реальностью. Это то, о чем я составляю свое мнение. Да? А Платон учил никогда не полагаться на мнение. Да? То есть фактически этот, вот тот ход, о котором я говорил, это кантовский ход, но прежде он был осуществлен Платоном, да? Вот есть мнения разные, это все ненадежно, это все очень зыбко, да? И должна быть некая истина, да? То есть нечто, что выше наших мнений. Но мы говорим только о реальности. Мы говорим сейчас не об истине. Мы говорим о том, что реальность существует. И реальность не является нашей чистой мыслью. Вот единственное, что мы утверждаем. Причем, находясь в реальности, как в бытии человека, да, человек не может дискриминировать реальное от нереального. Вот второе важное положение. То есть реальность всегда чувственная? Но мы пока о чувственности не говорим, но, конечно, это такой напрашивающийся ход, да, сказать о чувственности, что и сделал Кант. Но мы для нашего разговора дальнейшего это не важно. Важно только то, что мы признаем реальность как реально существующее нечто. Реальность. Вот первая категория – категория реальности. Категория реального бытия. Бытия вещей, да, и мы утверждаем, что это не есть наша блажь, выдумка, фантазия лишь, что это не есть наша чистая мысль. Вот единственное, что мы утверждаем. Есть же как бы философские системы, где считают, что реальности никакой нет, а что все это да. Своего рода фантазия. Да, а вот мы считаем, что это неконструктивный подход, поскольку ну что свои фантазии это обсуждать? Не, ну она не совсем своя, там Бог навевает, там это не важно. Кто там эту иллюзию навевает, там это уже не важно. Никакой реальности, как самостоятельности, нет. Здравствуйте, а Бог это не реальность? Бог это не реальность, то что? Ну, Бог, как это Бог? Вот это реальность. Как ваши любимые матрицы, да? Как да, мы да. Находимся вот. Ты хочешь сказать, что нету чувственных вещей, как вещей в себе, в той же самой реальности, ну, одномерной с нами. Непосредственная достоверность есть, то есть мы как бы все воспринимаем происходящее с нами как достоверное. Но на самом деле все это как бы иллюзия. Нету оснований считать, что оно самостоятельное нечто, это само по себе существующее. Возможно, такое мнение, но оно не отрицает реальности. Так вот, потому что Бог в этой конструкции, Бог, это не есть продукт нашей мысли. Если Бог тоже продукт нашей мысли, то все, мы заведение закрываем, оно нам просто неинтересно. Бог не является продуктом нашей мысли. А мы в реальности сейчас копаться не будем, как она устроена, тыры-пыры. Это очень интересно, это все заботит, конечно. Да. Вот, это интересно каждому человеку, особенно рациональному человеку, да? Поэтому
человек не удовлетворяется мнением о реальности. Вот мы тут поговорили и договорились, что считать реальным. А потом телезрители встретились, и уже как-то мнения-то изменились. И нам что, снова договариваться? Нет. Так нет, так вот есть вопрос, что такое, понимаете, вот есть некая данность, но эта данность не обязательно все в этой данности реально. Вам данного там действительно. Ну вот в данной комнате, вот реально, мы договоримся, что реален микрофон, да? А через неделю у кого-то возникнет противоположное мнение, он изменит свое мнение. И у нас это все полетит к черту. Так вот, проблема с реальностью состоит в том, что нельзя мнение свое изменить, как Игорь любил говорить, что реальность это то, в чем нельзя вот так вот засомневаться. Засомневаешься, что это молоток, понимаешь? По голове получишь, вот я сейчас, развиваю некий концепт, который основан на том, что в реальности сомневаются. Реальность смешана. Не сомневаются в том, что это реальность. Понимаешь? Не сомневаются в том, что это реальность. Но сама реальность смешана. Она может быть физическая реальность, реальность нашего мышления и так далее, Да? Это потом мы дискриминируем реальность. Мы реальность уже начинаем описывать. Потом, а сейчас пока, мы находимся просто на уровне реальности, о которой составляем мнение. Ну так вот, это свойственно человеку, особенно рациональному человеку, составлять о реальности свое мнение. Особенно рациональный человек хочет иметь, кроме вот этих расхожих мнений, которым трудно доверять, картину мира. То есть картину, описывающую реальность. Которая тоже является мнением. Абсолютно верно. Высоким параметром. Абсолютно верно. А вот реальность мнение. Как не мнение да. существует, как мнение. Реальность помимо мнения-то существует. Так я рассказал, конечно. Но. Мы первым шагом признали реальность. А потом, эта реальность это то, о чем мы говорим. Понимаешь, да? Реальность это то, о чем мы говорим. Мы обмениваемся мнениями. Человек – существо говорящее. Поэтому без мнений никак. Мнений много. И с этим множеством мнений очень сложно управляться. Проще иметь некое единообразие, некую единую картину мира. Ну, хотя бы несколько вот таких как картин мира, которые бы говорили о том, как оно устроено, как оно должно быть. Понимаешь, каждый раз разбираться с микрофоном – это невозможно. Вот должен быть некий умственный конструкт уже заданный, да? Вот хочешь знать, как устроен этот конкретный микрофон, пойди прочитай в книжке, грубо говоря. Там все написано. Итак, мы пришли к выводу, что человек хочет иметь картину мира, значит, в самом общем виде. Да, вот эта картина мира, желательно человеку, с одной стороны, в самом общем виде, чтобы все-все-все-все-все, а с другой стороны, как можно более детальную, да, чтобы и этот, и все модификации микрофона она описывала. И чтобы ее, одну эту картину мира, можно было использовать ему во всех случаях жизни, не заморачиваясь каждый раз, конкретным анализом реальности, чтобы нам каждый раз вместе не собираться и не решать, а вот что мы будем считать реальным сейчас, да? Что мы будем считать физической реальностью, что будем считать ментальной реальностью, как вообще у нас соотносится вот это вот в данной картине мира, или то есть в данной реальности сегодняшней, вот сейчас ежеминутной реальности, как соотносится наше бытие и мышление, как соотносится бытие вообще и мышление наше. Ну вот не хотим мы заморачиваться. Поэтому мы рисуем картину мира, которая естественным образом основывается на некоторых, видимо, мудрствованиях. Мудрые люди думают над созданием онтологии или описание реальности. Вот разным людям, аподиктически достоверным, кажется или одно, или другое. Не обязательно, кстати, чтобы эти кажемости противоречили друг другу. Просто
бывают разные взгляды на реальность, бывают разные картины мира. В общем виде бывают разные онтологии. Поскольку под онтологией мы привыкли понимать нечто такое фундаментальное, да? Вот. Но ведь над каждой онтологией обычно нарастает надстройка, которую можно назвать уже не онтологией, а идеологией. Или вот Фуко ввел такой термин, как эпистема. Такой достаточно размытый, сложный термин. Но вот то, каким образом человек в данный исторический период воспринимает реальность и описывает ее. Вот приемы, заданные там социумом, или предшествующие ему картины мира. Так, а теперь о том же самом, слегка с другой точки зрения давайте подойдем, о реальности. Значит, реальность происходит, это всем известно, от чего? От латинского слова «res». «Res» – вещь, там «in re», всем известно, да? Вот, то есть, вещь, как бы натуральная вещь, это вот то, что в реальности находится. Или реальность – это то, где вещь. Вот, можно вспомнить то же самое латинское слово «республика», да? Вот «res» происходит, то есть некое общее дело. «Республика» или в то же самое время «республика» – это предмет обсуждения. Ну, «республика» – это общее дело, а общее дело всегда обговаривается. То есть это тот предмет, который обсуждается. То есть мы видим некое соответствие с тем, что уже сказано мной. Реальность – это то, что мы обсуждаем. То, благодаря чему у нас возникает представление о мире или вот картина мира. Вот, и сейчас я хочу остановиться поподробнее на таком понятии, как вещь. Вещь, да? Вещь это всегда нечто протяженное, да, вот у нас понимается так. Вот благодаря протяженности вот Декарт посчитал возможным считать вот эти вот протяженные вещи, да, существующими, да, как бы независимо от нашего мышления. Я прав или нет? Было? Да, конечно, да. Да, да, да. Но хотя сегодня мы уже так не можем твердо сказать, да, потому что корреляцию бытия, как такового бытия и нашего мышления, мы не можем от этого избавиться, да, уже. Мы понимаем, что всегда бытие чего-либо и нашего мышления, оно находится в некой корреляции, да. Но мы воспринимаем всякую вещь благодаря нашему мышлению. Да. Да. Вот о чем я хочу сказать. Но факт ее протяженности, да, это факт ее трансцендентности по определению. Да. Да, да, да. То есть мы можем мыслить ее там зеленый, красный, воспринимать благодаря нашему мышлению как зеленый и красный. Да, но факт самой протяженности, это факт ее трансцендентности нам. Ну, у Канта же это не так. Но у Канта это не так. Но даже у Декарта мы воспринимаем. Вещь, она воспринимается нами. Понимаешь, да? Вещь воспринимается. Да. Ну вот далее тонкий момент. Я бы хотел как-то его... Не, но все-таки форма внешнего чувства, прошу прощения. Все-таки форма внешнего чувства. Да. Априорная форма внешнего сама чувства. Сама пространственность как таковая, если указание на то, что она субъективна. Но тем не менее, если ты мыслишь что-то протяженное, то ты, значит, ты полагаешь перед собой. Это у Декарта так. И у Канта. Нет, если ты мыслишь что-то протяженным, значит, ты прилагаешь его перед собой. Можно не что... перед собой, но это не значит, что... Это перед собой, но да. У Канта это безусловно
Внутри. Просто воображаемая вещь точно так же перед собой полагается в пространстве, да? Но тем не менее она не существует. Да, и поэтому на самом пространстве не является критерием существования. Да. У Канта. У Декарта может не являться. Я, честно говоря, не берусь сюда. Ну вот тонкий момент, который бы я хотел как-то вот так вот пробежать. А имеется в виду восприятие конкретной вещи. Возможно ли, не входя там в особо измененное состояние сознания, говоря современным языком, воспринять одну вещь, как некую целостность? На самом деле у меня тут большие сомнения, и я это пытался делать, и, видимо, это возможно, но это нелегко. Так, мы всегда воспринимаем вещи уже с помощью логоса и в соотнесении с другими вещами. То есть мы воспринимаем не конкретную вещь, да, вот в целом как-то, как некую протяженную сущность. Угу. Да? А как некое подвластное Эйдосу? Нет. Причем здесь Эйдос? Не Эйдосу, а как композицию различных вещей в их соотнесении. То есть я хочу сказать, что каждая вещь, если она воспринимается через логос человеческий, она воспринимается как знак. Несение с другими вещами. Ну вот я не могу сейчас. Это сложная конструкция. А как логос отличается действительно от идеи или компании? Ну хорошо, через мышление, ну хорошо, ну красиво сляпнул, ладно, не надо продираться. Просто, может да. быть, различия есть? Нет, именно логос как слово, да? Человек же это существо говорящее, поэтому мы никак не можем обойти логос человека. Логос мысли Эйдоса. Вещи. Так вот есть логос, а есть эйдос, да? Ну, вот, разные или одно и то же? Ну в каком смысле эйдос? Ну это в том смысле, чтобы мне... Эйдос как образ, то да, конечно, чтобы да. Воспринять, вот есть... Нет, чтобы воспринять микрофон, надо иметь доступ к эйдосу микрофона. А, понимаешь? Нет, Понимаешь, что это значит? Эйдос как идея или эйдос как образ? Если эйдос как образ, то, конечно, образ есть. Как идея. Нет. Идея это другое, мы не будем это... Чтобы воспринять вот этот конкретный образ в качестве образа микрофона, да. Нам надо иметь доступ к Эйдосу. Вот это платоновская точка зрения. Платоновская, безусловно, но мы сейчас в различные точки зрения не будем углубляться. Просто когда вы говорите о том, что благодаря логосу, вот в этом смысле, в каком-то другом? Логосу просто слово человек. Слово, понимаешь, да. Доступ помимо мышления, значит. А? Помимо мышления доступ есть. Только что говорит, что нет доступа помимо мышления. Теперь получается есть через логос. А как может быть слово человека вне мышления? Я что-то ничего не понимаю. Может быть, как бы слово всегда и мышление, но. Ну хорошо, уберем логос. Логос вне мышления не бывает у человека. Логос это слово, логос. Почему я сказал логос? Потому что не просто слово, да, а слово в логике. А логика появляется там, где есть знаки. Означивание уже идет. То есть, если мы ничто не можем сказать в микрофоне, то мы его и не видим. Мы видим. Видим. Но... Без логоса. Значит, помимо... Конечно, мы значит, видим. Значит, у нас есть прямой доступ. Я видим, да. Значит, без логоса. Я видим. Значит, два момента. Во-первых, я мог бы доказать, что мы не видим микрофон, если нет других вещей. То есть восприятие одной вещи как одной вещи – это очень сложная штука. Не каждому данная, да? Но тут можно это обойти. Да? Давайте это обойдем и скажем так, что просто сказать, передать мое мнение о микрофоне этом невозможно без соотнесения его с другими некоторыми особенностями. Ну понятно, что определение микрофона – это есть нечто определенное. Определить, значит ограничить. Значит, да. Его ограничить от стола. Безусловно, отлично. Да, вот все, Гегель работает в данном случае. Да, ну нет, тем не менее, это же все-таки немножко вещь, это не то же самое. Это же не темное на фоне
светлого, и не светлое на фоне темного. Вещь же это больше. Вещь это больше. Конечно. Конечно, поэтому, да. Поэтому его ситуация, вот, так, вот такая ограниченность, чувственная ограниченность, это слишком мало сказать о вещи. Да, такой момент присутствует. Но при этом я хочу обратить внимание, что микрофон не подразумевает стола, а подразумевает окружающее. В данном конкретном случае он непосредственным образом подразумевает стол. Я же не говорю вообще о микрофоне, об идее микрофона, да? Я хочу описать реальность. Я хочу... в моей реальности есть вот этот микрофон, да? Так, если мы, давайте все же сейчас не будем, мы можем к этому вернуться и рассмотреть, возможно ли вообще воспринять единичную вещь, как единичную вещь. Я утверждаю, что нет. Но это сейчас не важно. Мы воспринимаем, составляем мнение о единичной вещи всегда в соотнесении с другими вещами. Это означает, что мы устраиваем некую систему знаков. Может, просто реальность такова? И это называется в народе факт. Знаки-то почему? Да, вот я могу о микрофоне вам сказать, вот я не могу просто сказать, вот микрофон. Вот и конкретно о микрофоне я любое мнение в форме факта должен выразить. И только так. Это микрофон. Да. Да, 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 это да, допустим. Это если мог, да. Микрофон не втянут, иначе говоря, в логос, то он как бы что, отсутствует. Ну, в моем, как бы вот там моей непосредственной данности он отсутствует, если я его не втяну в логос. Нет. Есть как реально. Ну, я, например, иду по улице и не вижу есть справа, как... слева что-то происходит, а я этого не вижу, для меня этого не существует. Почему? Существует. Это реальность. Вот реальность. То есть это реальность? Конечно. А когда втягивается в логос, тогда это чем становится? Это мнением становится, да? Я тебе скажу, чем это является. Это становится товарной формой реальности. Это то, что я могу продать. Факт. Это то, чем я могу обменяться. Я могу обменяться вот этим мнением. Мнением о некоем факте. Реальность, зафиксированная в да. Вот есть да, реальность, есть факт. Факт – это, я называю, товарная форма реальности. То есть это то, что я могу обмениваться с тобой, с народом. Вот, и поскольку факт – это никогда не вещь. Вот что я хотел сказать, что факт – это никогда не вещь. Одна единственная взятая во своей уникальности, неконкретная вещь. Факт это микрофон. Да. Или микрофон подолговатый. Да, это да. Факт. Это вещи в соотнесении вот их свойств, да? Ну, чтобы была товарная вещь. Форма реальности, надо, да. Надо взять что-то другое, на что я этот факт меняю. Я же должен поменять на что-то. Это, или это его это просто отдельно. Делает. Или его просто эта штука делает просто товаром. Просто ну, то есть просто высказывание о принципе. Мне просто это очень интересная мысль, мне да, да. Не приходило в да, голову. Мы потом то есть то, что просто высказывание о вещи, некое суждение о вещи, превращает ее в товар. Нет. Вещь может стать товаром. Да. Мы знаем, каким образом вещь становится. Ну, то, ну в том смысле, товаром. Что я пошел на рынок и ее продал. Да, в том, смысле, что товарищ Макс. Вы так понимаете, хотите сказать нечто другое, что когда у вас просто суждение о вещи превращает ее, дает ей некую товарную форму. Да, то это есть существование. А? Да, это и существование. Это реально, это товарная форма реальности. Вот есть некая реальность, и есть ее товарная форма. Товарная форма имеет вид фактов. Или картины мира. Нет, в этом есть определенного рода смысл. Да, потому да, что да, да. Вот обратите внимание, что когда... Да, в этом есть когда смысл. Я, иначе бы я не говорил, если бы смысла не было. Этот, есть этот вагон кирпичей, то товарная форма придается тем, что я присваиваю этому вагону кирпичей некую стоимость. То есть высказываю ему какое-то суждение. То есть абстрагирую его. То есть я говорю, что... Ну вот, то есть я свожу все многообразие кирпичей, красных, битых, вагоне, навальных кое-как, к одной простой вещи, к их стоимости. То есть
По Марксу это просто к определенного рода труду, или, как вы говорите, как некоторому суждению. То есть сам факт суждения, да, превращает вещь... Для животных же нет товарной формы, да? Потому что для них нет такого уровня абстракции, которая... Но все же... Превращает, прошу прощения, вагон кирпичей в суждение о вагоне кирпичей. У них такой формы нету, поэтому для них нет товарной формы. Реальности, да. Да, а здесь как мы только превращаем... Как мы только превращаем некоторый вот этот микрофон, благодаря суждению о микрофоне, то мы придаем ему какую-то товарную форму, да, вот как-то так. Да, да, да. Ну вот в отличие от просто товара, вещи, да, факт отличается тем, такая особенность его, что факт всегда открыт, да, факт всегда можно, неограниченно причем, да, уточнять и уточнять, как правило. Вот это вот... Такая особенность факта – его открытость. Ну да, мы говорим «вагон кирпичей», а нам говорят, а какой вагон кирпичей? Мы говорим «50-тонный вагон кирпичей», а какой, а еще какой? А вагон на четырех осях и так далее. Это все будет суждение. Это все по-вашему придается им форму, товарную форму, да? Ведь так получается. Да. Но это же изначально возможно, если на самом деле стоит вагон, у которого все эти определенности есть. Да, да. Разве да, не да. является высказывание об этом вагоне чем-то вторичным, как бы своего рода развертыванием изначального содержания? Да, конечно. Но как и говорят, что этот вагон стоит там 5000 рублей, это тоже как бы вторичное по отношению к вагону. Нет, я имею в виду, что все равно изначально, без относительно всех этих высказываний, все это в вагоне заключено. В виде неразвернутой там, такой, неразвернутого содержания, которое в любой момент можно развернуть. Да вот не так. Вот стоит микрофон, как бы он... Так вот получается, что не так. Получается, вот содержание можно бесконечно вращаться и развертывать его. У тебя, опять же... Он от этого развертывания никак не зависит. Для кошки там тоже у тебя в микрофоне есть, или в тапке, который ей попался по пути, в тапке, которую надо обоссать. У нее тоже есть какого определенного рода содержания. Но она, поскольку суждения о нем отсутствуют, то нету и товарной формы. Поэтому они не знакомы с экономикой кошки. Угу. Хорошо, я... Хочу обратить внимание на еще одну особенность факта, да, вот, поскольку факт – это знак или знаки, то это чистая форма мысли. То есть знание, наше знание формализовано, можно сказать, потому, что оно опирается на факты. Вот такую логическую цепочку, ну, она тривиальна, конечно. Даже где-то тавтологично, но тем не менее она интересна. Знак, знание, значит, факты. Знание опирается на факты, а факты – это знаки. Факты, что такое знаки? Факты – это то, чего нет. Вот реальность есть. Я уж прямо так уж совсем-то нету. Да. Ну, потому что факт – это всегда… В каком-то смысле-то есть. В каком-то смысле есть, конечно. В каком-то смысле есть, да. Имеется в виду, вот нету, факта нету в той вот смешанной реальности, о которой мы говорили изначально. Факт присутствует исключительно в чистой мысли. Что в мире, в котором есть микрофоны, нету факта того, что микрофон черный. Вот это очень интересно. И это действительно так. Микрофон есть чернота, а того, что микрофон черный, такого факта вот в этом мире нету. То есть он принадлежит другому миру в каком-то смысле. Ну, у вас вообще какая-то есть. Тогда зачем это реальность? Подожди. Я не понимаю. Так мы с реальности начали. С реальности. Реальность есть микрофон, в котором факт. Заключено все. А ваше высказывание в этом микрофоне только раскрывает то, что и так микрофон правильно не заключено. А факт тогда. Вот, да, вот это высказывание. Это чистая мысль. Да, реальность – это непонятно что для нас. То есть, а факт – это чистая мысль. Да, то есть да? Помимо конкретности этого факта, в нем есть некоторая форма факта. То есть два момента. Форма факта. А форма факта, знак, и конкретность знаковая форма. И вот здесь, получается, и здесь... насколько он принадлежит миру, прошу прощения, вот этой, насколько имеется дело с формой факта, он не принадлежит миру. А вот здесь интересна третья особенность факта. А именно, для того, чтобы факт имел место быть, в нашем мышлении необходимо, хотя бы в нашем мышлении, необходима некая инстанция, как говорят, означивание или означение. Тут можно по-разному ударение оставить. То есть кто-то должен эту ситуацию означить, придать смысл, придать значение этой ситуации.
То есть инстанция, то есть некий субъект. И вот то, что... который дает название семечек. Да, да. Тот, это то, что вот это самое фундаментальное, что факт связывает с миром. Поэтому мы не можем говорить, что факт вообще это то, чего нету вообще. Его нету в реальности нечистого мышления. Да? А в чистом мышлении он есть. Именно потому, что есть субъект. Нет, ну, мы же всегда различаем, на самом деле, данность и способ выражения данности. Как бы вы просто указываете на то, что способ выражения данности как бы не существует, но тем не менее опирается на данность. Ну, просто я не очень понимаю, как к способу выражения относится как вот, понимание, что существует. Я просто пока рассуждаю логически. Значит, что еще можно сказать о факте? О факте можно еще сказать, но вернуться к генезису слова. Факт – это... Латинское фактум – это то, что сделано, это уже сделано, фактум – это сделано. То есть по смыслу это все соответствует, то есть это сделанное обсуждение уже, сделанное означивание. Факт – это уже сделанное. О реальности мы так сказать как-то не можем, это нехорошо говорить о реальности. Мы когда говорим, что реальность – это нечто сделанное. Факт сделано, реальность, а действительность? Реальность дана. Что есть действительность? Подожди. Итак, еще любопытный момент, когда слово «факт» вошло в наш обиход русской, так сказать, мысли? В 19 веке, да. Вот Карамзин в свои 12 томов написал, ни разу не употребив слово «факт». Вот. А в середине прошлого века это самое очень даже обсуждалось, вообще нужно это слово или нет. Там забавное, у меня тут есть выписка из Пирогова, там у него смешные вещи насчет факта, что такое факт, и все такое факт. Люди сомневались вот в этой самой фактичности, потому что в 20 веке это уже факт стал восприниматься особенно там, а тем более, ну почему в 20 веке? Вот и сейчас там журналисты, которые упирают, я описываю факт, он описывает факт. Вот, а люди-то сомневались вообще, что стоит-то за словом «факт», за понятием «факт». Вот, но свершившийся факт – это то, что называется плеоназм. То есть это излишество. Потому что факт – это по определению нечто свершенное уже. Да? Вот, значит, и последнее, что сегодня хочу сказать – собственно, я это уже отметил, я просто еще раз подчеркиваю, что на основе фактов и создается картина мира в форме чистого мышления, да, и картина мира призвана человеку помогать управляться с реальностью. Есть реальность, нечто смешанное, о чем мы ничего так определенного-то сказать и не можем. То есть мы говорим, но мы говорим уже в рамках картины мира. И когда мы выстраиваем картину мира, ну это мы будем рассказывать в следующий раз, для нас гораздо важнее согласованность самой картины мира, чем ее соответствие той же самой реальности, на основе которой картина мира была построена. Ну, собственно, вот это введение я закончил и хочу рассказать немножко теперь, о чем будет дальше речь. Дальше речь будет о том, как вот этот концепт реальности и картины мира может быть использован для описание вот, социальной истории, революций различных, да. Я объясню, что такое элита на самом деле. Вот, что нас ждет в ближайшем времени, видимо, да, исходя из существующего положения вещей, имеется в виду вот, с картиной мира.
она очень непростая нынче. Вот. Ну и в конце концов, сама сложность вот этого вопроса будет мною, так сказать, выявлена в рассуждениях о рефлексии. Потому что обычно считается, что раз человек современный человек рациональный, то и вся рефлексия, то есть осмысление, понимание, да, осуществляется человеком только рациональным образом. И таким же рациональным образом рисуется картина мира. Так вот, на самом деле, то есть по моему мнению, скорее пока так надо говорить, по моему мнению, дело с картиной мира или с современной идеологией усложняется и тем обстоятельством, что человек отнюдь не только рациональный человек, современный человек, а он остается человеком архаическим, то есть ему свойственно мифологическое мышление и мифологическое восприятие действительности. И тот, кто это знает об этом, он пользуется этим знанием для того, чтобы определенным образом презентовать картину мира или идеологию. Он остается в некотором смысле религиозным человеком, даже оставаясь 100% атеистом. Поскольку есть определенный способ религиозный, вот я назову, ну, исторически, это называется вот религиозный тип рефлексии. Ну, естественно, мы все рациональные люди, поэтому требуем доказательств. А доказывать-то с каждым годом все сложнее и сложнее. И мадам Псаки нам это замечательным образом демонстрирует. То есть прошло время, уже как-то доказательства не обязательно, исходя из существующей картины мира, идеологии. Спасибо.